Нас спасли только ребята чеченцы. Дай бог нас им здоровья. Никто не проведывал. Они нас под этими выводили, под обстрелами. Нам уже деваться, у нас прям в подъезд влетел этот парень. Ну, я не знаю, кто, ДНР, наверное, что ли, как они там ребята называют, русский был. Подъезд зашел, всех быстро бегом, без вещей, без шмоток, потому что сейчас будет обстрел, и мы вот малой только вещи взяли. И все, ну, и зять мой там остался, помогает людей, там бабушек, ой, Васильевич, я знаю, живой он там или нет. Нас не выпускали, нас стреляли с этих... Снайперы, нас вообще, нам даже кушать не давали детям, подогреть воды. Мы на улице... Еще как-то дни ничего, а вот позавчера, когда мы уже... Да, ну, это уже было. Мы уже сутки просидели голодные, по воду ходили тоже снайпера, стреляли на крышу.